И еще одного златоустовца чествовали в областной столице в тот же день. Студент Глеб Рыбкин стал призером областного конкурса молодежных инициатив «Если бы я был». В творческом состязании, которое прошло по инициативе исполняющего обязанности губернатора Бориса Дубровского, Глеб занял второе место в номинации «Если бы я был директором». Его отметили за предоставленную антикризисную программу для металлургического завода. Глеб Рыбкин, Южноуральский государственный университет, филиал города Златоуст. Глеб Рыбкин – представитель трудовой династии. Общий стаж всех членов семьи, работавших на Златоустовском металлургическом заводе, насчитывает уже 500 лет. Программа развития предприятия, представленная Глебом, стала лучшим проектом муниципального этапа конкурса «Если бы я был» и призером областного финала. Я очень рад, что моя работа дошла и завоевала призовое место. Я рад, что мою работу оценили. Я надеюсь, что администрация Челябинской области примет ее всерьез и оценит по достоинству, и будут какие-то изменения на нашем металлургическом заводе. Всего для участия в конкурсе школьники и студенты из разных городов Челябинской области прислали около 3000 работ. Молодым людям предлагалось представить себя в роли губернатора, мэра, депутата, бизнесмена или директора предприятия. Инициатором конкурса выступил глава региона Борис Дубровский. Как отметил исполняющий обязанности губернатора, самое главное, что все участники предлагали решение реально существующих проблем. Есть не только идеи, да, но есть и мероприятия по достижению этой идеи. Понятно, что они не бесспорные, понятно, что есть и наивные какие-то мысли, но сам принцип, что человек понимает, что для того, чтобы достичь некого результата, надо иметь совершенно конкретный план, или, как сейчас модно говорят, дорожную карту, это уже само по себе важно. Важно, во-первых, для вас, ребята, потому что, в принципе, ну, чтобы быть успешным в жизни, да, надо четко понимать, что надо достигать целей, которые вы перед собой ставите, и находить пути достижения этих целей. И важно, очень важно для Челябинской области, потому что именно на инициативу мы ставим основную ставку, когда говорим и надеемся на успех в стратегии 2020. Подобный конкурс решено сделать традиционным. Кроме того, Борис Дубровский поддержал инициативу создания программы «Они создавали Челябинскую область». Ее цель – знакомство молодежи с местными героями прошлых лет.